ФАП работает уже 17 лет, и за это время его ни разу не обновляли. Но главная проблема в том, что фельдшерско-акушерский пункт практически на птичьих правах размещен в бывшем здании Сочинского национального парка. Чтобы привести в порядок медпункт, ему необходимо придать официальный статус. Анатолий Пахомов пообещал сельчанам решить эту проблему. Поручить департаменту имущественных отношений, правовому управлению, признать в судебном порядке данное помещение бесхозным, и после этого передать его в муниципалитет. И мы постараемся за какое короткое время узаконить, чтобы вы уже были в законе с этим помещением. Спасибо вам за внимание. Это сделаете, все население. Но если я уже говорю, что сделаем, значит сделаем. Общаясь с активом поселка Дубравны, мэр пообещал также помочь с поисками инвестора, который отремонтирует ФАП, заменит кровлю, перестелит полы и приведет в порядок фасад здания. А департаменту здравоохранения глава поручил оснастить медпункт медицинской мебелью и оборудованием.